Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриллер и это Русская Рыбалка 4. И, ребят, на этих выходных я уезжаю в деревню, поэтому стримов не ждите. Ближайший стрим будет уже в среду. Где что ловить, будет чуточку позже. Обо всех анонсах вы, как обычно, узнаете из группы ВКонтакте, да? Либо же непосредственно на самом канале в Ютубе, да, кто подписан. Вот. Но так как меня все же не будет, я хочу сделать небольшой такой розыгрыш, то есть разыграть три маховых удилища. Но обо всех условиях розыгрыша и, собственно, что будет разыграно, я расскажу чуточку позже. Сейчас хочу поделиться небольшой информацией. У нас появилась команда, называется Рыбнадзор. Команда создана буквально вот-вот-вот, там пару дней назад. Сейчас ведется активно набор игроков в данную команду, но сразу хочу отметить, что в команду принимаем не всех. Есть определенные условия, есть определенные правила, о которых вы сможете узнать по ссылке в описании. Так что, кто ждал команду, да, от Дриллера, кто хочет в нее вступить, да и кто просто хочет вступить в команду, заходим в описание под данный видеоролик, там есть ссылочка, где вы узнаете все подробно. Ну что ж, а теперь давайте поговорим с вами о розыгрыше. Разыграть я хочу три маха. А именно, один мах Crimson, плюс 2 к умению, здесь будет на 13,5 килограмм. А также Windmaster TL700, здесь идет плюс 50 к получаемому опыту. И вот такой вот Silverfish на 8,5 килограмм. По аналогии, да, Red Stick, но у него идет плюс к 1 к умению, к скользящей и глухой оснастке. Вот, чтобы принять участие в данном розыгрыше, вам нужно первое — подписаться на YouTube канал, второе — поставить лайк данному видеоролику и третье — в комментариях под данным видеороликом оставить свой игровой никнейм. Все, и вы участник. И в среду вечером на стриме в 22:00 стрим будет, такой вот спойлер небольшой, я выберу троих победителей через какой-нибудь рандомайзер, и эти три победителя, собственно, получат свои махи. Вот, вроде бы все рассказал. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем ни хвоста, ни чешуи, и до новых встреч, друзья.